Центр профессиональной патологии пополнился новым эндоскопическим оборудованием. Аппарат позволяет провести исследование без боли и с комфортом для пациента. Новая цифровая видеосистема предназначена для исследования желудка, 12-перстной, толстой и прямой кишки на более высоком уровне. По сравнению с обычным эндоскопическим исследованием, видеогастроскопия доставляет пациенту меньше дискомфорта и дает больше информации для диагностики заболеваний. Поэтапная модернизация центра профпатологии ведется в течение 5 лет. Эндоскопическое оборудование нам крайне необходимо и в плане диагностики, и в плане правильного назначения лечения. И, конечно, его современный уровень позволит нам в этом плане более качественно решать все вопросы лечения наших пациентов. Мы очень довольны нашим новым эндоскопическим оборудованием. Очень надеемся, что оно будет нам служить долго. Мы будем очень его беречь и очень к нему трепетно относиться. Преимущество оборудования в том, что этот комплекс позволяет проводить видеоскопические исследования желудка и колоноскопические исследования. Плюсы нового эндоскопа уже оценили десятки пациентов. По их словам, исследования теперь происходят намного быстрее и комфортнее, чем на аппарате старого образца. Не заметил, как это прошло. Конечно, эта процедура не очень приятная, но не страшная. Я же говорю, не успела лечь, так скажем, и уже все это прошло. Медицинский персонал центра уже убедился на практике в том, что работать с новым эндоскопическим аппаратом намного проще и эффективнее. С момента установки с его помощью обследовали уже более 50 пациентов. Для каждого из них процедура стала быстрой и безболезненной. Этот аппарат отличается легкостью, видимостью. Легче переносится. А вот по впечатлениям... Тоньше. Пациентов, то есть легче они переносят? Легче, намного легче. Новое оборудование на сумму более 3 миллионов рублей было закуплено центром за счет целевых средств областного бюджета. В учреждении поэтапно обновляется материально-техническая база, совершенствуются условия пребывания для пациентов. За последние годы приобретено 115 единиц оборудования на сумму более 35 миллионов рублей. Закуплены цифровой рентген-аппарат, маммограф, аппарат УЗИ экспертного класса. Приобретено оборудование для водолечения, 4-камерная гидрогальваническая ванна и ванна для подводного душ-массажа. Развитие и оснащение центра профпатологии современным оборудованием будет продолжено. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Улправда ТВ.